Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Павло Зоткін, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції «Опозиційного блоку» та голова ініціативної групи мешканців мікрорайону «Намив». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Павел, ну, собственно, поговорим о том, что касается каждого из нас, жителей, или практически каждого из нас, жителей города Николаева, потому что, ну, большая часть людей, проживающих в городе Николаеве, проживает в высокоэтажных домах, в высокоэтажной застройке. И фактически с 1 июля 2015 года вступил в силу закон, который предусматривает достаточно серьезную, можно сказать, революционную реорганизацию в обслуживании домов и придомовых территорий. Вступил в силу этот закон в Украине, он, безусловно, касается и Николаева в том числе. На его практическую реализацию, насколько я понимаю, законодатель дал нам год. Значительная часть этого времени уже прошла. Ну, я не знаю, я, может, как нахожусь на периферии, но мне складывается впечатление, что реорганизация не очень происходит. Вы возглавляете инициативную группу, группу инициативных таких небезразличных жителей микрорайона Намыв. Закон предусматривает вот как раз именно инициативность людей, возможность их самоорганизации. Может, вы ближе к этому? Что происходит с реализацией этого закона в городе Николаеве? Ну, если говорить о людях, все-таки идти снизу, я хочу сказать, что в прошлую субботу я провел очередную встречу с жителями Намыва. И говоря об этом законе, вот общаюсь с людьми, обсуждаю эту тему, я хочу сказать, что люди сегодня не понимают, что их ждет с 1 июля. Желание вроде как бы и есть, да, взять какие-то вещи под свой контроль, но учитывая то, что они не понимают механизма, как это будет до конца, они не понимают и не видят в городе механизма сотрудничества городской власти с будущими ОСББ, то пока, скажем, вот тот процесс реформирования, который вы упомянули, он идет, мягко говоря, вяло. Хорошо. Тогда то, что называется, пользуясь и вот этой возможностью, и этим эфиром, который у нас сегодня есть, ну, может быть, то, что называется штрихами, еще раз напомним нашим зрителям, о чем идет речь в этом законе. Ну, закон предусматривает три формы правления, скажем так, жителей. Первое – это прямые собрания жителей, где принимается решение 50 плюс 1 голос, ну, по сути, как процедура создания. Либо это все-таки сформированные ОСББ, опять-таки по принципу 50% плюс 1 голос, дальше правление, глава правления, структура и прочее. И третье – это управляющие компании, которые должны быть избраны по конкурсу городской властью, предоставить для людей четкий перечень услуг, тарифы, как-то объяснить, то есть и начать сотрудничество. И мы подразумеваем, что вот эти три формы организации жителей высокоэтажных домов, одна из этих форм, обязаны прийти с 1 июля 2016 года на смену существующим ЖЭКам, так называемым. Абсолютно верно, да. То есть закон принят, вступить в действие как-то он должен вступить. Но как это будет, пока нет понимания ни у людей, я так понимаю, что нет понимания у городской власти. Непосредственно вот как процедура, как это будет работать, пока я не вижу, по крайней мере. Ну хорошо, ну ладно то, что называется, вот если мы говорим о николаевцах, которые живут в своей квартире, ну и не интересуются вот этими всеми вещами. Вы представляете инициативную группу, то есть то, что называется более интересующихся людей. Ну, то есть, вот все, никакой самоорганизации на самом деле нет? Нет, самоорганизация есть. В принципе, время же доказало это, что если возникают какие-то проблемные вопросы, люди объединяются и идут, как говорится, решать эти вопросы, добиваются их в полной мере или частично борются, то есть не плывут по течению. Вот. Что касается в этом плане, да, непосредственно закона, то люди хотят увидеть от городской власти четкий механизм. И сегодня депутатский корпус в том числе, да, вот мы как новые депутаты, мы должны, во-первых, в городе этот механизм создать
и в дальнейшем донести его непосредственно до людей. То есть как это будет? Значит, ну, я считаю, что уже сейчас нужно было бы бить во все колокола. Необходимо было бы, во-первых, понять, сколько на сегодня созданных ОСББ, сколько проведено обучение с потенциальными главами ОСББ, что в этом направлении, то есть промониторить ситуацию, посмотреть по управляющим компаниям, есть ли они, в каком они состоянии, какой перечень услуг они готовы предоставить, какие цены они видят, то есть условия конкурса, вот эти вот вещи, ну, это, я считаю, вопрос к депутатским группам прежде всего. Вот, ну, мы знаем о том, что дошли, да, до понимания, то есть количество там вроде бы, да. Вот такой вот диспут необходимо в этих депутатских группах провести. Я прошу прощения, и когда вы говорите депутатские группы, я понимаю, что вы подразумеваете постоянные депутатские комиссии. Да, постоянные депутатские комиссии. Но на самом деле состоялась первая установочная сессия Николаевского городского совета, депутаты приняли присягу, городской голова принял присягу. Ну вот, собственно, на данный момент и все. Ну, мы так из средств массовой информации видим, что некий идет переговорный процесс, вроде бы там некое структурирование по комиссиям произошло, но это же пока еще все не формализовано. Конечно. По большому счету обсуждать-то и негде. Но я считаю, вот такие вот вопросы, да, которые сейчас встают перед нами воочию, они должны толкать всех представителей вот этого процесса для того, чтобы вот эти вещи разрешить, потому что, ну, это не игрушки, мне кажется. Хорошо. Обратимся к вашему предыдущему опыту, вот, собственно, инициативной группы, которая существует в микрорайоне Намы уже 5 лет, насколько да. я понимаю. Ну, я не знаю, какие видите проблемы, ну, предположим, соберутся депутаты, подискутируют, выяснят, у меня там на уровне департамента жилищного коммунального хозяйства, профильного зама городского головы, выяснят, какое количество ОСББ реально существует, какое количество инициативных групп может быть уже сформировано по созданию ОСМД, либо иных форм самоорганизации, как бы прояснить эту ситуацию. Но в любом случае, исходя из вашего уже на данный момент существующего опыта работы, вы же самоорганизовались, потому что были, собственно, коммунальные проблемы, так либо иначе вы с ними уже соприкасались. Да. С какими проблемами люди, с вашей точки зрения, могут столкнуться, принимая жилье на свой баланс, получая это жилье? Ну, проблемы классические. Самые большие проблемы для многоэтажек, для наших, которые уже не новые, мягко говоря, это постоянные текущие крыши, это устаревшие коммуникации, это лифты. Ну и дальше выходим, как говорится, на двор. Дороги, тротуары разбитые, да, ну, площадки, конечно же, то есть вот эти вещи. Для того, чтобы начать их решать, то, я считаю, необходимо выработать механизм взаимодействия с ОСББ. То есть как это должно быть? При создании это должно быть мотивировка все равно, так или иначе. И в дальнейшем при работе, но если город заинтересован в том, чтобы его жители, скажем, чувствовали себя защищенными, то надо смотреть на ситуацию как-то и помогать в процессе жизнедеятельности ОСББ, ну, различными методами, начиная от юридических и заканчивая, то есть, системой гарантирования каких-то вот направлений. Ну, я так вижу. Ну хорошо. Собственно, законодательство, которое ранее действовало в сфере, ну, непосредственно вот, организации ОСББ, предусматривало, что при передаче городом на баланс ОСББ, ну, собственно, здание дома, во всяком случае, декларировалось, что предыдущий собственник должен провести ремонт кровли, там, подъезда, коммуникаций. Сейчас этого закон, собственно, уже не обязывает делать. То есть вот эти все вещи, о которых вы говорите, они сразу ложатся на плечи граждан. Я правильно понимаю? Да. Ну, я вам скажу, что ведь это не выход. Если городская власть, опять-таки вернусь к тому, что она заинтересована в том, чтобы ее люди чувствовали себя людьми, да, а не тем конечным, грубо говоря, результатом, на который сегодня скинули все проблемы и за их счет сегодня решают, ну, все вопросы. Ну, наверное, это, мягко говоря, несправедливо, учитывая, видя сегодняшнюю ситуацию в стране. Вот. И городская власть должна найти те механизмы,
те возможности для того, чтобы все-таки какие-то вещи взять на себя. В каком это виде будет? Это уже вопрос вот, ну, вы как депутат городского совета можете предложить? Вы же тоже, с сегодняшнего момента, вы тоже частичка этой городской власти. Я считаю, что обязательно должен быть создан фонд поддержки ОСББ. Как при создании его, так и в дальнейшем в работе. Этот механизм необходимо выработать, и он должен начать работать. И это должно произойти до 1 июля. Так же, как понять и промониторить, и выстроить полностью структуру. Что это? Управляющие компании, какие они? Что они будут из себя представлять, какие услуги они будут, сколько это будет стоить. Это необходимо для городской власти понять и после этого довести это до людей. Только тогда, ну, этот механизм сможет работать. Это все равно ручной режим, понимаете, получается ручной режим. Это надо будет дойти до каждого и каждому дому, каждым проработать с жильцами. Там, ну, это колоссальная работа, я считаю. Где брать деньги? Все равно ведь самый важный вопрос в любом действии либо бездействии – это финансирование его. Где брать деньги, с вашей точки зрения? Ну, я скажу так, что вот сегодня мэр города очень часто говорит о том, что вот инвестиционная привлекательность города очень важна. По сути, да, ведь городской бюджет, он тоже не бесконечный. Я вот хотел бы напомнить вам предвыборную риторику наших партнеров, да, по процессу, которые вот высказывали опасения, что, не дай бог, да, если будет оппозиционный мэр, то город Николаев станет оппозиционным и его лишат каких-то средств. Но вот мы видели буквально там в недалеком прошлом о том, что бюджет развития города был уменьшен вдвое. Правильно? Ну, мы можем пока, понимаешь, пока не видим бюджета. Мы его не видим, но, по крайней мере, то есть это было уже заявлено. Ну, вопрос тогда возникает, да, то есть... Мэр вроде не оппозиционный, да, но тенденция те же. Как бы власть показала, что это так. Вот, поэтому как никогда сейчас остро становятся вот эти вопросы. Где брать деньги? Вот, я считаю, что к тем вопросам подхода конструктивного к расходованию бюджета необходимо воспользоваться возможностью сделать финансовую систему прозрачной и понятной для наших партнеров в Европе, в мире там, и прочее все. И рассмотреть возможность создания нашего Николаевского городского банка по, скажем, вот этим вот мировым финансовым стандартам. Я провел несколько встреч с экспертами в этом направлении, и они сошлись во мнении, что это возможно. Более того, в Европе есть аналоги подобных решений. То есть оборотными средствами в этом банке это будут платежи, взаиморасчеты между николаевскими компаниями. Вот. Кроме этого, это даст возможность связать этот банк с партнерами за рубежом, с мировыми банками. Вот. И это будет возможность привлечения инвестиций в различные проекты. В том числе вот, вопросы энергосбережения, да, у нас возникают. Очень, вот тут мы говорим о расходовании бюджета. Огромная часть городского бюджета она идет на оплату отопления сегодня социальных объектов наших городских. Это, ну, это огромные деньги. Сегодня вот мы говорили о программе «Теплый дом», да, что как минимум 50% платежки может быть сэкономлено. То есть это не цифры с потолка. И это речь идет только об утеплении. А если сегодня уходить от газа и внедрять, допустим, автономное отопление, вот как даже в области там мы видим, да, что там же ж нет центрального отопления. Говорить об использовании нашей электроэнергии, которая у нас есть, Южноукраинская атомная электростанция, какие-то еще моменты, значит, те же пилеты там, то есть это даст возможность сэкономить огромные деньги, которые можно будет пустить на различные варианты, в том числе о том фонде, вот, о котором я вам сказал. Я думаю, что энергопоставляющие компании могут, скажем так, ну, скажем честно, противодействовать реализации проектов, например, связанных с автономным отоплением. Ну, мы же с вами, когда шли во власть, знали, что будет тяжело.
Поэтому, а где легко? Вот мы с вами живем, да, вот два года, скажем, по-новому, да, ну мы же видим, насколько это сейчас легко для людей. В кавычках я, конечно же, имею в виду. Поэтому, извините, все равно придется эти вопросы ставить и искать решение. Это деньги людей. И как их расходовать, ну, это тоже как бы вопрос такой. Мы же ответственность несем перед людьми, они нас выбрали. Мы не можем просто там смотреть на, как, с опаской, как на это посмотрят те или иные. Ну, надо дело делать. Хорошо. Вот вы сейчас, собственно, ну и даже в рамках инициативной группы, которую вы возглавляете, вы общаетесь с людьми. Плюс вы депутат Николаевского городского совета. А вот в рамках этого общения, в том числе и осенью этого года, пока было тепло, летом, осенью, в достаточно большом количестве домов были поставлены тепловые счетчики. Люди сами сбрасывались, город изыскал какие-то средства. Николаеву был Теплоэнерго, как энергопоставляющая компания, там в рамках своей инвестиционной программы. Видим там как-то какие-то проблемы какие-то вот с этими счетчиками, с их поставкой. Но, тем не менее, вот все это делалось. Вроде бы сейчас граждане должны платить меньше. Вот те, у которых, в домах которых стоят эти счетчики. А вот что там на самом деле происходит? Какая ситуация? Что говорят люди? Ну, во-первых, это... Программа до конца, да, вот она не дошла, скажем. Не все счетчики, которые были обещаны людям, они поставлены. Не хочу сейчас говорить о том, кто, грубо говоря, там не доработал. Но вот у меня есть обращение от людей о том, что да, нам обещали, а не поставили. С этим будем разбираться однозначно. Ну, мы так это понимаем, раз. Что там сейчас с этим разбираются уже и правоохранительные органы. Это раз. Да. Второе, что сегодня вот на встрече с людьми последней, несколько человек буквально, представители нескольких домов подошли ко мне с просьбой, вот, что как-то повлиять на представителей Николаев Облтеплоэнерго, с тем, что они опломбируют краны входящие, да, в этот счетчик в положении максимум. И сегодня люди не могут понять, то есть, с чем это связано. Ведь когда поставлен на дом счетчик, как вы правильно сказали, за разные деньги, в том числе и за их личные деньги, вот, то они рассчитывали максимально сэкономить в условиях такого дорогого теплоносителя. И когда этот вход опечатан, их этой возможности лишают. Понимаете? То есть это очень большой вопрос. С их стороны, ну, скажем так, они это расценивают как попытку забрать у них из их кармана последнее. Потому что поставщик услуг у нас Николаев Облтеплоэнерго, он доносит, да, этот теплоноситель до дома, и вот этот вот кран, который мог бы, да, послужить каким-то все-таки источником экономии с точки зрения людей, их доступа лишили. Вот. То есть, ну, есть вопрос. Понятно, что я после этого ездил, разговаривал с представителями компании, они говорят, что это связано с тем, что большое количество счетчиков поставлено, и сегодня все хотят сэкономить, как они говорят, стараются прикрыть этот кран, у них начинает расти давление. Их опасения понятны, это не шутки, как бы очень серьезно. Но необходимо находить какой-то компромисс. Получается, что добро, которое вот планировалось, да, оно, ну, в чем... Согласитесь, смысл. Ну, если из того, что вы говорите, я понимаю, что сам по себе тепловой счетчик, ну, не решает всех проблем, потому что он, его установка и эксплуатация в том режиме, на который рассчитывают граждане, то есть когда у нас, извините, плюсы были на улице, ну, понятно, люди хотели уменьшить тот объем теплоносителя, который заходит, сегодня минусы увеличить. Так вот, такая регулировка требует и дополнительных технических решений от самой энергопоставляющей компании. Ну, они считают, что никто не вправе лезть вот в эти сети, в это их сети, как бы их теплоноситель. Вот. Ну, я же говорю, что так как конечные потребители люди и платят деньги-то они,
Ну, надо находить компромисс какой-то. То есть, ну, этот вопрос еще не закончен до конца. Я считаю, что необходимо поднять, опять-таки, в рамках депутатской комиссии это рассмотреть. Мы не можем оставить обращение людей без внимания. Нужно этот вопрос решать. Ну, я правильно понимаю. Наномыв поставщиком тепла является Николаевоблтеплоэнерго. Конечно. Значительное количество потребителей еще получает тепло от Николаевской ТЭЦ. То есть, на самом деле, вот действительно было бы интересно в рамках, скажем, Николаевского городского совета прояснить ситуацию вообще в городе Николаеве, понимать ее и, соответственно, выработать какую-то общую политику в отношении компаний, поставляющих тепло в городе Николаеве. Однозначно. Вы же также упомянули о том, что, ну и это понятно на самом деле, что еще одной проблемой, собственно, состояние дворов, состояние подъездных путей, состояние тротуаров. Вот если мы говорим о законе, с которого мы начинали разговор, это же так же теперь в какой-то части будет ложиться. Да, есть определенная там территория дома, за которую придомовая территория, да, за которую также должен нести ответственность собственник, в данном случае там ОСББ. Есть в этом плане вопросы также, как и с крышами, с лифтами, то есть с коммуникациями. То есть дороги у нас не новые, не, мягко говоря, не до всех. Дворов, избирательной кампании дошли. Не до всех дворов, да, дошли благодетели, которые хотели перед выборами сделать жизнь николаевцев комфортнее. Вот. Ну и, в принципе, как бы хотелось бы говорить о самой системе, принципе, механизме вот, укладки дорог. Мы же с вами все жители города, ездим по этим дорогам, смотрим, в каком они состоянии. Мы также с вами уже наизусть выучили те участки дорог, которые ремонтируются как минимум один раз в год. В условиях того, что мы с вами не переставая говорим о том, что денег нет, что их надо необходимо эффективнее использовать. Ну, пора уже, как говорится, посмотреть тот же европейский опыт, да, о котором уже язык, извините, все счесали наши патриоты, да, города. Ну, пора, значит, в таком случае пригласить к сотрудничеству европейские компании, они есть. Я хочу сказать, что еще в 2011 году организовывал встречу с европейской компанией Кинпро. У нас есть такая ассоциация мэров городов Украины, которую, кстати, недавно возглавил от Николаева Александр Федорович. Значит, они предлагали свои проекты, где говорили о гарантии как минимум там 15-30 лет. То есть это очень серьезно. Но почему на этом не сосредоточиться? Создать совместное предприятие, город там, и их, значит, изучить их технологии, обучить наших людей, организовать этот процесс. И пусть возьмут на гарантии действительно какие-то участки. Ну, это было бы правильно. Это избавило бы нас, жителей города, от того, что мы вынуждены, извините, с вами последние наши гроши тратить на одни и те же дороги, как минимум один раз в год. Вот так я вижу. Еще одна важная для, собственно, каждого николаевца тема, это тема вывоза мусора, твердых бытовых отходов. Ну, тема также уже на слуху. С вашей точки зрения, у вновь избранного Николаевского городского совета есть возможность решить, в конце концов, эту проблему? Вы знаете, я как житель Намыва, так же, как и вот многие, мы нашу свалку периодически вспоминаем не злым тихим словом, потому что не раз возникали там чрезвычайные ситуации, и в случае благоприятного ветра мы ощущаем... Ну, благоприятного в кавычках. Конечно, да. Мы ощущаем все, что там действительно накоплено долгими годами. Значит, дым идет в нашу сторону, это не только неприятный запах, но и то есть вся таблица Менделеева, ну, это на самом деле очень серьезно. На сегодняшний день я знаю, что финская компания Дранова готова предложить сотрудничество городу в этом направлении. Они готовы вложить деньги в переработку мусора экологически чистыми, с последними технологиями, решить для города этот вопрос. Раз и навсегда. Очистить землю. То есть, ну, это не одного года проект. Но если есть возможность, я считаю, городу, во-первых, решить вопрос этот, десятилетиями накопленный. Второе, привлечь инвестиции под это дело. Третье, создать рабочие места.
Ну, наверное, было бы не совсем дальновидно не воспользоваться. Но эти предложения как-то формализованы? Да, они формализованы. Артикулированы в адрес городской власти? Да, они направили официальное письмо городскому главе с предложениями по этому вопросу. И сегодня мяч на стороне мэра нашего города. Ну и, может быть, еще, подводя итог разговора, еще один вопрос. Собственно, если мы говорим о микрорайоне Намыл, микрорайон Намыл – это такой спальный район. Ну и можно даже сказать, что в некоторой степени он, некая отдаленность от центра существует. Проблема транспортного сообщения, транспортной связи микрорайона Намыл и с другими районами города. Насколько она удачно решена, с вашей точки зрения, сегодня? Если там на чем-то? Ну, я оценил ваш юмор по поводу «удачно решена». Почему? Потому что сегодня проблема до сих пор осталась. Несмотря на то, что Намыв – это несколько конечных остановок многих маршрутов. Плюс троллейбусы. Плюс троллейбусы, да. То все равно есть проблема с вывозом периодически в Ракетную рощу, там, в Октябрьской и так далее. То есть вопросы остались. Это раз. Второе. Мы опять как бы возвращаемся к проблеме «нет денег». Да? То есть если все-таки вернуться к тому варианту, о котором я говорил, и получить возможность доступа к инвестиционным деньгам, то, мне кажется, нужно было бы рассмотреть проект создания совместного предприятия городского муниципального транспорта, привлечь туда деньги, пригласить тех сегодня участников, которые осуществляют перевозки, к участию в качестве акционеров, а городу взять это все под контроль. То есть контрольный пакет акций у города. Соответственно, снимается вопрос вот этих вот эмоциональных, да, обсуждений по поводу, сколько должен стоить проезд, мы выйдем на маршруты, не поедем, там плохая погода. Льготники, опять же, болезненная тема. То есть вот это все снимается. Создается совместное предприятие, покупается современный экологически чистый транспорт, вплоть до электрического такси. И таким образом, пожалуйста, хотите работать, приглашаем к вас в сотрудничество. Хотите дополнительно, там, водители, пожалуйста, работайте, вопросов нет. Но контрольный пакет акций у города. И, соответственно, принимаются решения. Но это был бы, мне кажется, цивилизованный выход из вот этих вот долгих, накопившихся, опять-таки, годами, десятилетиями проблем. Снялись бы все вопросы. Вы лично, ваши коллеги по оппозиционному блоку, вот все вышеперечисленные инициативы, вы готовы вносить на обсуждение коллег сейчас? Ну, наступит же какой-то момент, там, будет там принято политическое либо иное решение по секретарю совета. Значит, и в конце концов соберется сессия, распределятся депутаты по комиссиям, и в конце концов начнется же работа. Невозможно тянуть бесконечно, в конце концов бюджет на городской принят на 2016 год. Начнется работа. Готовы ли, вот собственно, наработаны ли все эти предложения, о которых вы говорите, формализованы ли они, готовы ли вы их выносить на обсуждение, на дискуссию, скажем, с коллегами? Вы поймите, нас люди толкают снизу. Вот все эти вопросы, которых я озвучил, ну, мы ж на переднем плане, грубо говоря, на переднем фронте. То есть мы регулярно встречаемся с людьми, люди звонят регулярно, говорят о своих вопросах, о своих проблемах. И ну, именно мы сегодня чувствуем кожей ситуацию. И мы как никто заинтересованы в том, чтобы эти вопросы были решены. Хорошо. Подводя итог разговора, ну так случилось, Павел, что, собственно, вы у нас подводите некую черту в уходящем году в эфирах программы «Добрый вечер». Поэтому, ну, я не знаю, есть возможность обратиться к николаевцам, поздравить с наступающим Новым годом. Дорогие николаевцы, я хотел бы поздравить всех вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Я хочу сказать, что пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, все невзгоды, а год наступающим принесет каждую николаевскую семью только благополучие, успех и любовь.
Телекомпания НСТВ присоединяется к этим поздравлениям и пожеланиям. Павло Зоткін, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Опозиційний блок», був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам і з наступаючим новим роком. Дякую.